За последние 24 часа коронавирус выявили у 66 жителей Северного Казахстана. Столько же инфицированных зарегистрировали и в соседней Павлодарской области. Оба региона сейчас находятся в желтой зоне. Всего за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 491 казахстанца. Наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Карагандинской области – 90 случаев. Отметим, в стране продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 290 тысяч казахстанцев. Из них 248 тысяч – североказахстанцы.